Всем привет, друзья! Добро пожаловать на канал Креселбург. И сегодня у нас на обзор попала моделька от компании Bambola под названием Навигатор Isofix. То есть моделька с системой крепления Isofix. Категория автокресла от 9 до 25 килограмм, то бишь как ребенок присел, от 8 до 9 месяцев примерно так. И до 7 лет примерно, 125 сантиметров роста. Давайте о преимуществах данных моделей. Во-первых, это поролоновая вставка, то есть она плотная достаточно. И, соответственно, при посадке оно мягкое достаточно. Причем мягкое оно что в зоне посадочного места, что в спине. То есть там же такая же вставка идет. И нет резкого вот этого перепада, то есть углубления в кресло. То есть у ребенка будет поясничная зона немного отдыхать. Уровень наклона здесь в четырех положениях. Но обычно мы пользуемся это сидячее либо лежачее положение. Но доступное до 45 градусов положение для сна. Вот. Что касаемо фиксации данной модели, то есть зафиксировать ее можно на систему Isofix. Она выдвигается снизу, вот здесь, вот таким вот образом. Не сказал бы, что это совсем удобно, потому что в автомобиле она находится примерно 3-4 сантиметров в глубину Isofix. Но, скажем так, если у вас близко он находится, то это не составит огромной проблемы его поставить. То есть раз, два, все, по сути автокресло поставлено. Также прицепляем якорный ремень, который находится сзади. Вот такой вот якорь. Находится он в седане, обычно на задней панели. Если у вас хэтчбек или еще что-то, то обычно он находится сзади спинки сидения. Также вы всегда сможете регулировать наклон. Материалы здесь обычная ткань, то есть ничем не особенно. Все на резинках, можно все снять, постирать. Это не составит вам больших проблем. Дополнительная боковая защита присутствует у данного автокресла. Снижает нагрузку на 30% во время бокового удара. Хороший амортизирующий пластик. В этом случае он также самортизирует. Внутренние ремешки удобно, что регулируются независимо друг от друга. То есть можно один раз отрегулировать, то бишь, вот таким вот образом. И просто присаживать ребенка, пока он, допустим, не подрастет, либо пока не оденете верхнюю одежду, плотную достаточно. Вот. Что касаемо, как ребенок пристегивается после вот этих ремешков. Эти ремни существуют до 18 килограмм, но мы их рекомендуем убирать после 15 килограмм, либо 100 сантиметров роста. И пристегивать ребенка уже под штатный ремень автомобиля. Происходит это таким образом. Видим здесь пластиковые направляющие, которые, соответственно, через которые будет проходить наш штатный ремень. Также здесь есть углубление и такая же направляющая, то есть куда должен идти штатный ремень дальше. Вот так вот пристегивать категорично запрещено, потому что нагрузка будет сформирована неправильно и ребенок больше пострадает, нежели чем получит защиту. Нужно будет всего лишь продеть вот сюда ремень. Здесь есть также направляющая, вот она красным цветом с одной и с другой стороны обозначена. И зафиксировать штатный ремень. Дальше существует направляющий, который будет направлять именно наш плечевой ремень по плечу, нужно будет продеть вот сюда, либо вот сюда, в зависимости от роста вашего ребенка. То есть вот таким вот образом. Все. То есть, но нужно учесть, изначально вам нужно будет сделать наклон, потому что штатный ремень этого сделать не даст. Вот. Либо немножко подослабить его, дать свободу поясному, и уже делать наклон. Тогда вы сможете это сделать. Ссылка будет в описании на данную модель. В принципе, одна из самых популярных. А с вами была команда Креселбург. Работает бесплатная доставка по Красноярску. Также доставляем в любой регион России транспортной компании. Работает бесплатная система, безопасная система платежа от Сбербанка. Всем пока!